Активисты партийного проекта «Народный контроль» провели рейд, в ходе которого проверили, могут ли пассажиры маршрутного транспорта рассчитаться за проезд банковской картой или стрелкой, и есть ли в салонах маршруток информация о такой возможности. Недавно Мособлдумой был принят соответствующий закон. Жители жаловались, что многие перевозчики от его выполнения уклонялись. В ходе проверки были выявлены различные нарушения, за которые компаниям-перевозчикам придется заплатить штраф.